Завершился летний футбольный сезон в одной из любительских лиг Волгограда. Сборная прокуратуры Волгоградской области впервые в истории своей команды завоевала золотые медали чемпионата. Подробности смотрите в нашем сюжете. В течение полугода с апреля по октябрь проходили футбольные баталии на стадионе «Нефтяник» в дивизионе «Бизнес-лига» любительской футбольной лиги «Волгоград». В каждом матче команды сражались на поле независимо от того, какое место в таблице на данный момент занимали. Здесь было абсолютно все, за что любят футбол. Прекрасные голы, великолепные передачи, классные сейвы голкиперов и, разумеется, споры на поле, ошибки арбитров и даже травмы, полученные игроками в спортивной борьбе. В турнирной таблице команды шли настолько плотно, поэтому победители-призеры определились лишь в последнем туре. Впервые в истории своей команды и всего турнира золотые медали выиграли футболисты сборной областной прокуратуры. За несколько лет существования команды, которая носит довольно скромное название «Ветерок», прокуроры ни разу не отступали за черту призеров. Были и бронза, и несколько раз серебро. Однако золотой рубеж никак не покорялся. Но летом текущего года коллектив надзорного органа сумел взять новую для себя высоту, с чем мы его и поздравляем. Серебряными призерами стали футболисты команды «Сбербанк». Добрую половину первенства банкиры шли на первом месте, когда их команду возглавлял легендарный полузащитник ротора 90-х годов прошлого века Александр Царенко. Видимо, с уходом главного тренера от команды ушла и удача. Сбербанк растерял много очков на финише турнира и стал в итоге вторым. И, наконец, бронзовым призером стал коллектив стрелкового клуба «Профессионал», причем впервые принимавший участие в чемпионате. Только в заключительном туре стрелки сумели опередить своего главного конкурента в борьбе за бронзу – команду областной клинической больницы, в составе которой выступали два чемпиона страны среди врачей возрастной категории 35+, Андрей Муха и Ренат Сарсенов. Лучшим голкипером турнира признан страж ворот сборной прокуратуры Роман Качанов. Приз лучшего защитника получил надежный оборонец банкиров Владислав Железняков. А лучшим нападающим первенства стал форвард команды УКБ Дамир Киясов. Лучшим футболистом по итогам всего турнира признан ударный форвард СК «Профессионал» Евгений Ивченко. Все номинанты попали в символическую сборную летнего сезона 2019, куда также вошли капитаны команд «Ветерок» и «Ротор Ультрас-2» Андрей Кухаренко и Олег Чалченко. Константин Родионов, Роман Митрошкин, Ксения Кусмарцева, телеканал «Волгоград-1».